Всем привет! Сегодня мы будем слушать Love 66. Трек называется Bye Bye. А, друзья мои, ну, не знаю, что сказать, не знаю я. Что-то знакомое Love 66. Да, наверное, не особо нравится. Да, наверное, он мне не понравился. Потому что как-то мне повеяло чем мне не нравится. Ну ладно. Друзья мои, напоминаю вам о том, что мы есть в Рутубе и Ютубе. О том, что у Максима есть канал, который есть на Дзене в Ютубе. Я написала книгу, которую выложила на Литресе. Советую вам ее почитать. Сейчас самое время, думаю, в свете последних событий, что все чудесати и чудесати становится в нашей стране. И нужно, и не только в нашей, вообще наш мир – это такой большой котел, в котором что-то где-то варится, крутится, и не знаю, до чего доварится и до чего докрутится. Поэтому сейчас надо отрешаться от больших проблем и, мне кажется, больше посвящать время себе. И поэтому читайте мою книгу, она добрая, она про ту нашу жизнь, когда о том, что сейчас творится, даже никто не мог помыслить. И даже это не могло даже в голову никому прийти. Итак, Love 66, Bye-bye. Bonferino, turn it up. My squad, long season. Love 66, Love 66. My squad. Bye-bye. Забрать все бабки с клуба и сказать ему бай-бай. Привел ее к себе, а утром сказал ей бай-бай. А кто такой Love 66, парнишка, бля, бай-бай. Я сделаю эти бабки, мои карманы делают бай-бай-бай. Вот у кого, пацаны, кто вот это делал? Есть раскладка, он склеенный, нахуй. Забрать все бабки с клуба и сказать ему бай-бай. Привел ее к себе, а утром сказал ей бай-бай. А кто такой Love 66, парнишка, бля, бай-бай. Я захожу в бутик, карманы делают бай-бай-бай. Говоришь о больших суммах, но откуда тебе знать? Тебя и твоих кентов, как мне хуй делать, наебать. Деньги разбросаны по городу, мне надо их собрать. Если мне не хватит двух рук, мне всегда поможет мой брат. Там, где не пахло успехом, оттуда уезжал. Если появлялись деньги, барыгу содержал. Не буду говорить слух, что я у него покупал. Вернуться в этот лайфстайл, да ну бля, я ебал. Красотка села на меня такая, ай-ай-ай. Совсем недавно был дворнягой, слышишь, лай-лай-лай. На мне всегда мотокуртка, а где мой бай-бай-байк? И если бабки это watch me, я буду най-най. Забрать все деньги с клуба и сказать ему бай-бай. Привел ее к себе, а утром сказал ей бай-бай. А кто такой Love 66, парнишка, бля, бай-бай. Я сделаю эти бабки, мои карманы делают бай-бай-бай. Забрать все бабки с клуба и сказать ему бай-бай. Привел ее к себе, а утром сказал ей бай-бай. А кто такой Love 66, парнишка, бля, бай-бай. Я захожу в бутик, карманы делают бай-бай-бай. Хочешь сказать, раньше было лучше? Ай-яй-яй, я все равно сделаю бабки. Знай-знай-знай, мне похуй, я просто кривляюсь. Да-да-да, кто ебал в рот все, что ты скажешь, это я-я-я. Да, друзья мои, ну вот вам пример. Ну, может, в наше время, когда все перевернулось с головы на ноги и с ног на голову, такие песенки тоже нужны, но как-то в свете того, что сейчас творится, такая мура не может кому-то нравиться. Может, она вам нравится, не знаю. Для меня это как-то это вообще не зашло. Поэтому вот выше трояка не могу поставить. Даже трояк ставлю за то, что, ну, спасибо, что принес атмосферу тех беззаботных времен, еще совсем недавнешних. Вот, и мы послушали какую-то ерунду, которую раньше критиковали. Ну, спасибо за то, что кто-то еще творит такую ерунду на фоне последних событий. Всем пока.